привет! Меня зовут Вероника, очень рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня у нас с вами будет долгожданное, прежде всего для меня, видео с покупками, поскольку очень давно их не было, а у меня, поверьте мне, накопилось столько всего, что я даже решила разделить это на два видео, потому что вещей действительно очень много. В общем, давайте я не буду затягивать, начну уже показывать. Первая вещь, которую я вам покажу, это рубашка из эко-кожи в невероятно красивом оттенке. Очень много людей у меня уже спрашивали, где я ее купила, поскольку я уже снимала в ней ролик, много раз появлялась в ней в Инстаграме, и это бренд Zarina. Это размер 42, самый маленький размер у Zarina. Это, кстати говоря, российский бренд. Рубашка выполнена из очень мягкой, приятной эко-кожи, которая не мнется вообще, и ее самый большой плюс — это вот такие вот матовые пуговицы в тон. Она всегда выглядит собрана, аккуратно, тут ни одной торчащей ниточки, все швы ровные, очень красивые, оптимального размера накладные карманы. Она немного удлиненная, и вот это прям любовь-любовь. Я очень много раз себя сдерживала, чтобы не надеть эту рубашку снова, потому что в ней реально хочется ходить абсолютно каждый божий день. Тут также очень красивый пояс, тон, и это абсолютно бюджетная покупка. Честно говоря, я уже не помню точную сумму, за которую я ее купила, но это что-то около 3000. За такую рубашку 3000 – это копейки, она просто идеальная. Пока не забыла, расскажу вам о той рубашке, которая сейчас находится на мне, и это Zara. Рубашка выполнена из 100% хлопка, она оверсайз кроя, на мне самый маленький размер, и вы видите, что она все равно выглядит объемно. Мне нравится ее носить и вот так, как самостоятельный элемент одежды, как вы видите сейчас на мне с денимом. Также она классно смотрится как верхний слой, допустим, если надеть топ, джинсы и сверху рубашку не застегивая. Очень классно выглядит. Что удивительно, она не сильно мнется. Обычно вещи 100% хлопка мнутся очень сильно, более чем. Следующая моя покупка – это топ из Stradivarius из их коллекции Patchwork. И мне на самом деле коллекция вся очень нравится. Она яркая, разнообразная, действительно, знаете, такая statement. И мне кажется, что вот этот топ – это просто жемчужина этой коллекции. Он укороченный, он выглядит, знаете, как будто это корсет, то есть тут, конечно же, нет косточек, но, тем не менее, он очень красиво утягивает фигуру, приподнимает то, что нужно, и тут есть молния сбоку, и сзади вот такая вот резиночка, поэтому он просто идеально садится по фигуре. Благодаря тому, что тут довольно плотный деним, его также можно, я бы даже сказала, нужно носить без нижнего белья, что для меня просто огромный плюс. Также широкие бретели, которые удержат даже большую грудь. И, в общем-то, мне очень нравится сочетание цветов, то есть это такой светло-голубой, чуть ли не мятный, и тоже вот такой вот голубой, но чуть понасыщеннее. Я единственное тут чуть-чуть ушивала вот здесь вот лямочки, потому что они не были длинноваты. Я буквально 5 сантиметров убрала, но я напоминаю, что мой рост 1,56 м, и, в общем-то, почти все вещи я ушиваю, у меня нестандартный размер, поэтому я думаю, что среднестатистическим девчонкам этот топ подойдет вот прям на ура. Я его тоже классно сочетаю и с джинсами какими-то, и с брюками. Также он классно смотрится как нижний слой, но летом я, конечно же, собираюсь его носить вот просто на голое тело. Может быть, с какой-то теннисной юбкой, которая, кстати, тоже надо купить. Знаете, у меня целая куча покупок, которые я планировала, у меня есть целый список, честно говоря. Я его уже почти закрыла, вот в последний раз у меня был просто огромный шопинг, как я уже говорила. Даже в это видео не помещаются все вещи, которые я купила, я разделю эти видео на две части. Ну вот, в общем-то, классный топ из Stradivarius. В этом сезоне топы просто на пике моды, опять же, и как нижний слой, и как самостоятельный элемент одежды. В самых разных оттенках они есть везде. Я себе выбрала вот такой вот топ из H&M. Он также из хлопка, очень мягкого, приятного, в рубчик. И мне нравится этот оттенок, он меня просто покорил. Мне, честно говоря, не очень идут такие супер яркие, кислотные, сказала я, сидя в желтой рубашке, оттенки, но тем не менее. Но вот этот вот оттенок мне прям очень-очень понравился. И мне кажется, что тоже очень часто я буду этот топ носить летом как самостоятельный элемент одежды. Можно сейчас с жакетами какими-то комбинировать. Далее я вам тоже покажу очень классный жакет. Честно, очень много где я видела такие топы. Это и Zara, и H&M тот же, и шоурумы, которые очень дорого продают такие топы. Этот стоил около 300-400 рублей. И я считаю, что не стоит переплачивать за такие топики. На самом деле, довольно простой элемент одежды, которые очень в многих магазинах можно сейчас найти довольно дешево, поэтому обратите на них внимание, они гораздо более многофункциональные, чем вы можете себе представить. Мы с вами заговорили о жакете, и вот он, пожалуйста, это снова Zarina.
Я влюбилась в этот оттенок, поскольку он, знаете, и не бежевый, и не серый, а что-то среднее. Мне также нравится текстура, то есть издалека он очень сильно похож на лен, но я должна вас предупредить, на свой XXS, то есть на 40-й размер, я взяла 46-й, потому что именно в этом размере он смотрится так, как нужно. То есть получается тот оверсайз, к которому мы все с вами привыкли. И тут наверняка есть бирка, я сейчас посмотрю и скажу вам, какой тут состав. Кстати, что удивительно, тут 88% полиэстера, 8% вискозы и 4% эластана. Выглядит он или как лен, или как хлопок, и в нем совершенно не душно. Это опять же российское производство, но предупреждаю, что нужно брать на пару размеров больше. И снова Страдивариус в очень красивом розовом оттенке топ. Я решила, что-нибудь розовое я себе должна купить. Очень приятная к телу тут вискоза, топ немножечко приталенный. Мне понравилось, что тут нет никакой фурнитуры. Нет лишних пуговиц, нет лишних молний. Очень красиво сделан вот этот вот вырез. Очень приятная ткань, рубчик и оттенок. Не знаю, как вам кажется, мне кажется, что мне розовый вот в этом оттенке идет. Мне также идет очень яркий розовый, такой, знаете, почти фуксия. Но я решила, что, пожалуй, одной розовой вещи в этом сезоне мне хватит, поскольку очень-очень много блогеров для меня сейчас слились воедино, используя розовые оттенки постоянно в своем гардеробе. Я в последнее время, знаете, таким человеком стала, если мне очень много раз что-то покажут, я не побегу покупать, наоборот, у меня появляется какое-то отторжение, мне кажется, что, боже, ну в этом все уже ходят, куда ты-то еще? Ладно, я все-таки клюнула на этот розовый оттенок, получается, если уж я купила эту вещь, но я считаю, что она того стоит, она выглядит довольно базовой, и напишите, как вам вообще этот оттенок, и как вы считаете, идет мне такой цвет или нет. Просто идеально сидящие брюки. Прошу прощения, что они у меня не отпарены, они ко мне пришли вот только-только, и я заказала их с Фомоды. На самом деле была такая история, что в день своего большого шопинга я ходила абсолютно по всем магазинам, начиная от масс-маркета, типа Zara, H&M, Bershka и так далее. И я заходила в какие-то более дорогие магазины у нас, типа Gay31, я заходила также в Топ-Топ в надежде найти вот такие вот брюки. Но мне было настолько тяжело, потому что ничего не подходило, душные примерочные, все сидело на мне плохо, и они рассчитаны на более высоких. Я же со своим XXS не могла найти абсолютно ничего. И вот я заказала с Фомоды, это бренд Love Republic, я только сейчас это поняла, но в общем-то получается, что в стационарном магазине такие брюки тоже есть. Настолько они приятные к телу, и настолько идеально они сели, вот прям вау. У меня самый маленький размер, это 40-й, да, это 40-й размер. Они идеально сидят и в бедрах, и по талии, мне не надо ничего ушивать, подшивать, это вот просто вау. Кроме того, у них потрясающий бежевый оттенок, который не выглядит желтым слишком, не выглядит розовым. Мне кажется, что это просто огонь, и я вот представляю эти брюки, я их ни разу еще не надевала, я, как вам сказала, уже они пришли вот ко мне только что. Я их могу представить абсолютно с каждой вещью, которую я вам показала до этого, настолько они универсальные. Мне очень импонирует то, что тут скрыта вся фурнитура, пуговицы, молния, кстати говоря, она тоже в цвет, но все это очень аккуратно сшито, все скрыто, поэтому в эти брюки я очень сильно влюбилась. Также здесь есть кармашки небольшие, но, кстати говоря, я никогда не кладу ничего в карманы брюк. Для этого, девчонки, есть сумка, и лайфхак, когда вы кладете какие-то ключи, телефон, еще что-то в карман брюк, это все топорщится, это очень сильно дешевит ваш образ, не делайте так, носите с собой сумку. И снова у нас не самые отпаренные вещи, я опять же прошу прощения, буквально только что из стирки. Это базовые футболки из Uniqlo. Я каждый сезон покупаю в Uniqlo белую футболку, потому что они у меня долго не живут, не потому что они такие недолговечные, как раз таки наоборот, а потому что я просто какая-то хрюша, я, не знаю, спустя месяц, даже спустя неделю могу запачкать белую футболку. И вот такая вот белая футболка в размере M, и в этом же размере в горчичном оттенке футболка, абсолютно одинаковые, базовые в этом сезоне в Uniqlo, очень красивые новые оттенки футболок на лето. Я их просто обожаю. Для меня как база это вообще незаменимая вещь. Я считаю, что ни в одном бренде нет футболок лучше, чем в Uniqlo. Они из плотного 100% хлопка, они очень хорошо держат форму.
Я просто в них влюблена бесконечно. Я сегодня повторяю это словосочетание, но вы понимаете, что все вещи, которые я купила, я ими просто на 100% довольна. В общем-то, футболки Uniqlo — это мой must-have на каждый сезон. Единственное, обычно я беру в размере XS, а тут я решила поэкспериментировать и взять M, чтобы было более свободно. И, в общем-то, вот. Взяла две штуки. Я думаю, что я еще пару штук себе в других оттенках прикуплю. И, скорее всего, белую тоже куплю новую, потому что я ее запачкаю. Не знаю, давайте делать ставки. Я думаю, что через месяц уж точно. Последняя из одежды, что я вам покажу, это рубашка из вискозы. Снова в этом сезоне полюбился мне этот материал. С очень интересным принтом. И это бирожка. Если всматриваться, то тут есть какие-то надписи. Розы, драконы, бабочки. В общем, смесь всего. Я такие вещи не очень-то ношу на самом деле, но почему-то именно эта рубашка мне прям понравилась. Я ее надела и почувствовала себя такой, знаете, прям дерзкой. Вот, это слово, которое здесь подходит. На мне размер S, то есть это размер, который чуть больше моего обычного, чтобы она была чуть больше оверсайз. Но, в принципе, я думаю, что XS тоже бы мне подошел. Я ее сочетаю в таких грубых образах, с грубыми ботинками. Мне кажется, вот это вот самое то, чтобы сочетать эту рубашку. Также хотела бы вам показать украшение, которое я купила. Показываю сначала вот такую коробку. Это бренд Moment. Наверное, он так читается, потому что тут аббревиатура, и я на самом деле не очень понимаю, как это правильно прочитать. Красивая коробка, и я всегда, когда делаю подарки даже себе, я стараюсь упаковывать что-то красивое с ленточками, знаете, чтобы себя порадовать. Эти кольца сейчас находятся на мне, это серебро, стоили они не очень дорого, по-моему, вот это вот большое кольцо что-то около 3000, и вот это вот маленькое, которое с полумесяцем, около 2000, наверное. В общем, не очень дорого для серебра, мне настолько понравились эти кольца в сочетании друг с другом, я как увидела, все. Я все смотрела на инстаграм этого бренда, мне так нравилось, потом оказалось, что они находятся в торговом центре, который находится недалеко от моего дома, в Сити Молле. И, в общем-то, я зашла, примерила и купила, сделала себе вот такой подарок. Теперь ношу просто постоянно. А что касается качества, вот полумесяц прям шикарного качества, ничего тут не отваливается, хорошо держится. Хотя эти кольца уже прошли непростые испытания. А вот на вот этом вот большом кольце, тут уже есть какие-то царапины, если вот так вот всматриваться. Но, наверное, это было ожидаемо, то есть вот такое вот покрытие. Тем не менее, издалека этого не видно, и, не знаю, вам тем более, наверное, не видно. Я смотрю, и я прям радуюсь каждый раз, когда я надеваю эти кольца, достаю из их коробочки. И для меня это тоже такая любовь-любовь, классно, они смотрятся абсолютно со всеми образами. Тоже вам рекомендую к этому бренду приглядеться. Точно, на этом у меня все, я надеюсь, что вам это видео понравилось. Также я попрошу вас поддержать меня комментариями, вы не представляете, как сильно это помогает каналу, расти ему. И мне будет интересно, какая вещь из этого видео вам понравилась больше всего, как вы считаете, что из этого всего мне больше всего идет. Также подписывайтесь на мой инстаграм, я оставлю на него ссылочку внизу, там вы можете увидеть, как я эти вещи стилизую. И совсем скоро мы с вами увидимся в новом ролике. Пока-пока!